Владимир Владимирович из Киевсеева, на тренировке «Буйных клубов». Первый вопрос. Вы проиграли в Саранске, Тамбову в прошлом сезоне 3-0, сейчас снова поражение, не получилось забить гол. Плюс ситуация в аэропорту по прилете с водителем автобуса. Почему так трудно даются матчи Евсеева в Саранске? Ну, уже лучше, да? В том году 3-0, сегодня 2-0. Поэтому надеемся в следующем году исправить ситуацию. Следующий вопрос. Готов ли Вадим Валентинович пойти на радикальные изменения и попробовать провести следующий официальный матч в 4 защитника? А почему в 4? Почему не в 2, не в 6, не в 7? И следующий вопрос. Уфа пропустили 4 мяча головой в этом сезоне. Почему у команды проблемы при игре на стандартных положениях? Соперник, значит, хорошо их исполняет. Мы где-то не успеваем. Ну, значит, надо работать над этим компонентом, чтобы уменьшилось столько и опасных моментов, и голевых. И последний вопрос. Почему сегодня встречи пропустил Котенька? Ну, сборный получил травму. Поэтому в верхней части тела, поэтому играл там на уколах. В клубе мы его лечим. Всего большего, спасибо.